Приготовьтесь занять топ! Сейчас! Если вы готовы, поднимите свои руки вверх. Вы хотите сать или что? Я говорю, поднимите руки вверх. Что это за движение? Что это за движение? Wildcat, ну что, попробуем построить еще раз небесный мост? Ну нет, ну нафиг! Что, в прошлый раз почти получилось. Я за. Legion, давай сделаем 3-1. Небесный мост! Да! Ты в меньшинстве. Нам нужно собрать много дерева, но мы можем сделать этот момент интереснее. Все, что нам нужно, это эпичная музыка. Бум! Бум, следы попадания! Так, погодите, погодите, Legion, нам нужно добавить еще звука, так что на счет 3 начинаем кричать. Срань господня! О мой бог! Давайте разнесем этот дом! Это просто безумие! Парни, я иду! Я иду, парни, я иду! Чё как? Нам надо поторопиться! Давайте строиться! Нам нужно повернуть немного вправо! Вот так, продолжай! Окей, окей, минуты и 2 секунды, я все вижу, я все контролирую. Давай тоже помогай мне! У меня закончились материалы! Ох, блин. Нам нужно в зону, сколько у тебя ресурсов, Эван? У меня 215 дерева. И все? Да, это плохо. Ни кирпичей, ни металла? 46 кирпичей, 68 металла. Черт, нам этого не хватит! Ты вообще лутался? Теперь это точно не сработает! Ну все, я пустой! Ну вот и все, мы проиграли. GG. Ладно, Эван, давай свои ресурсы. Вот, держи, держи, на здоровье. Сколько у тебя? 246.72. Стройтесь вниз. Давайте строить по одной, тогда нам хватит. Пригнитесь, мы должны быть скрытными, мы должны быть скрытными. Мамочка, я на небесах. Смотрите, земля реально плоская. Да, она реально плоская. Так, давайте я поставлю ловушку. Теперь к нам никто не подойдет сзади. У тебя скоро все закончится? Ага. Ладно, давайте молиться, чтобы круг был у нас. А, мой бог. Все, мы в круге, мы в круге. Ах, срань господня. Да мы победим. Ау, я слышал выстрелы. Видите их, они справа, они справа. Ну что, будем стрелять по ним? Нет, нет, нет. Не высовывайтесь, а то они нас увидят. Блин, вот если бы у меня были с собой гранаты. У меня есть гранаты. Что? Хочешь? У меня есть 8 гранат. Эван, выпей эту синюю саку. Их перестреляли? Нет, я так не думаю. Вон они перестреливаются с другими. Черт, гранаты не достают. Чувак, смотри. Что ты делаешь, Эван? Не надо так делать, не надо. Господи Иисусе, какого черта? Я использовал броню, и я забыл отпустить кнопку мыши. Одна команда на востоке, другая на северо-востоке. Гранаты до них не достанут. Ты уверен? На 100%, я пытался. Если появится дроп, можно попробовать запрыгнуть на него. Да, точно, точно. Мы же не просто так здесь ждем. Мы делаем годный контент. Расскажи какую-нибудь шутку. Ладно, однажды я зависал со своими друзьями в небесах. Капец, опять это твой голос. Так вот, мы надеялись, что когда круг сожмется, мы останемся одни и победим. Они что, все решили построиться над лесом? И они все равно не видят нас. О, у тех чуваков сломали постройку. Может, теперь у меня получится кинуть туда гранату? Да нифига, Legion. Ладно, давай, кидай. Нет, ты не попал. Но это было близко. Ага, чувак. Давай же, давай же, давай, давай круг. Окей, окей, мы близко, мы очень близко. Если другая команда спрячется под деревьями, вам не победить. Я знаю, тогда мы будем стрелять. Да, мы сделаем это. Еще одна, и мы будем в кругу. Ладно, ладно, у меня еще осталось 3 штуки. Нет, все еще не долетают. Как они не увидели еще эти взрывы в небе? Они взрываются, как легкий пердеж. Кто-то пернул на нас, Филипп. Это просто офигительно! Это точно, чувак. Они что, решили построить там лабиринт? Они, походу, тоже не видели нас из-за этих деревьев. Legion, попробуй кинуть гранату сейчас. Окей. Давай, ты сможешь. Давай, ну же. Нет. Нам нужно еще построиться. У меня остался всего один пол, парни. Всего один пол. Этого должно хватить. У вас не осталось материалов? Нет. Остановись, буря! Эй, буря! Эй, буря! Мы хотим остаться внутри! А мой бог, круг у нас! Мы достанем? Нет, не в ту сторону! Все нормально, все нормально! Да! У нас получится, парни! 4 на 4, и они сейчас все там внизу! Что если у них там 2 на 3, они забрасывают друг друга взрывчаткой? И что тогда? Что тогда? Это последний круг, и потом он сожмется в маленький анус!
А вы никуда не сможете сдвинуться, и вам нечем лечиться. Вы умрете от зоны. Мы вообще внутри круга. Черт, он подходит реально близко. Я сдвинулся как можно дальше. О, да! Вот так! У нас все еще может получиться, у нас все может получиться. Там внизу осталось два человека. Кидайте импульсные гранаты, это ваш единственный шанс. Я могу пострелять в них, у меня есть прицел. Ну, либо так, да. Гаси их, гаси! Стреляйте, стреляйте в них, парни, стреляйте! Ну же! Черт, я не могу попасть! Эван, Эван! Да, это была моя вина. Я шмальнул под себя. О мой бог, я достал одного! Да, я стреляю в него. Там еще один, он застраивается, он под зданием. Нет! Нет! Как вы упали? Он сломал наш пол. Он еще и танцует, да пошел ты! Давайте еще раз. Все было настроено против нас. Но мы устояли, мы верим, у нас есть вера. У нас есть энтузиазм, и у нас есть энергетики. Мы заливаем их прямо в наши ноздри. Нет, нет, мы так не делаем. Разве нет? Мы не нюхаем энергетики? Хэштег нюхачи. Я слышал, что эффект удваивается, если их заливать через зад. Не пробовал, но по идее так они должны быстрее попадать в кровь. Ну уж нет, парни, я пас. О, я вижу их. А, Майбах, ты про то здание справа? Нет, слева. Прямо под нами, парни. Осторожно, киски. К вам летит С4. Да, давай, 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 давай. Она не работает? Капец, она так мощно взорвалась. Да, я видел, капец, я напугался. Она пролагала. Нам нужно будет продвинуться немного вперед, на самой последней секунде. У всех есть импульсные гранаты. Мы закидаем их к чертовой матери. Вот оно, парни. Да, давайте. Я как будто военный репортер. Я не делаю ничего полезного на поле боя. Что мы должны сделать, чтобы победить? Не знаю, может они не заметят нас? Но тогда нам придется лечиться. Мы можем перестрелять их? Нет, круг начинает сужаться сначала снизу. Я знаю это, потому что я прячусь всегда. Нет, нет, он сужается равномерно. Да, это было бы глупо. О, черт, кажется, они нас заметили. О, нет. Нет, я упал. Батут готов. Марсел. Я упал. Я упал. О, я выжил. Они знают, что мы здесь. Почему я не умер сразу? Окей, Марсел, ты готов? Ага. Прыгаем. Надеюсь, сработает. Надеюсь, сработает. Что? Отлично, продолжаем танцевать. Вайлдкэт, я здесь. Живите там. Живите, Тайлер. Зашибись, я выжил. Вы еще можете победить. Ладно, ладно, что мне делать, что мне делать? Подними пока Марсела. Тут был игрок, да? Да, он был там, в низине, но походу его убило зоной. Нет, он где-то здесь, он где-то здесь, он в сарае, что? Что? Венос, это твой шанс убить его. Что я должен сделать? Гаси его, гаси. Подсказывайте мне. Он справа, он в соседнем загоне. Он справа, он справа, он справа! В соседнем загоне, гаси его! Он там? Да, он прямо там, прямо перед тобой! Прямо перед тобой, Эван! Он прямо рядом с тобой, Эван! Где? Он прямо там! Прямо перед тобой! Ты можешь запрыгнуть туда! Он прямо за стенкой от тебя! Стреляй в него уже, Эван! 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 Я офигею, если ты еще и умрешь! Эван! Зона, Эван, вернись в зону! Нет! Я не верю своим глазам! Я просто не верю своим глазам! Нет! Тайлер, давай! Он еще жив? Да, ему остался один выстрел. Нет, он жив. Это ненадолго, чувак. У тебя 20 секунд, и круг будет сужаться медленно. Последние, походу, спрятались в вышке. Походу, вы остались один на один на один. Нет, походу, я один против двоих. Разве? Давай стройся, черт, я ненавижу гребаные миниганы! Я ненавижу миниганы! Давай, Тайлер! Это невозможно, это просто невозможно, когда ты один против двоих, да еще с миниганами! Это просто невозможно, они оба стреляли в меня! Я просто жду не дождусь, чтобы загрузить этот ролик на канал. Твою ж за ногу! Ролик про то, как Эван не попал ни одним своим выстрелом в парня, который был в соседнем стойле. Этот момент попадет в топ-5 фейлов за всю мою карьеру в Fortnite. Ладно, кто хочет купить мой канал за 5 баксов? Эван, ты сделал все, что мог. Все в порядке. Я горжусь тобой. Просто я играл со смартфона, так что... Да, да, он играл в мобильную версию. На телефоне неудобно играть.
Ну или с айпада. Спасибо, что ты зашел в игру, чтобы мы сделали себе видео. Я не видел никого, кто бы так хорошо играл на телефоне, как ты. Я знаю, что ты дал тому парню убить себя, чтобы посмотреть, как Тайлер затащит 1 в 3. Это было именно то, что нам нужно. Да, точно.